Мы зашли сейчас в кафе «Шоколадница», который находится на Чистых прудах. Что мне первым нравится, здесь красиво оформление, вокруг картинок. Да, вот. Там, пожалуйста. Извините, у нас этот бар отсоединился, там от кассы, напитки не убиваете. За вав-кофе 230 и за айс-капучино 260. Положите, пожалуйста. Хорошо. Вы бы нам написали, сколько всего. Вот такой вот интерьер мы заснимем быстренько. Картина. Интерьер неплохой. И вот мы пошли дальше. Здание Лукойл. Только что вышли из «Шоколадницы». Откровенно говоря, нам совершенно не понравилось. Мы ждали наш кофе, круассаны и сырники практически полчаса. Все это делалось очень вяло, с таким пренебрежением. С нами единственное, что поздоровались. Нам не сказали ни спасибо, ни до свидания. Да, сюда, конечно, ни может быть, это будет как-то немножко некорректно, но все же. Там в туалете не было туалетной бумаги. Вот. Так что, если кто-нибудь из вас на Чистых прудах побывает, я вам эту шоколадницу, которая вот рядом вот с этим вот зданием, совершенно не рекомендую. Место, оно красиво внутри, но внутреннее не означает никакого качества обслуживания. Кстати, в общем-то говоря, мы вчера были в «Шоколаднице», метро «Кантемировская», там намного лучше нас обслужили, намного лучше был подход. Мы вчера гуляли с Викторией Фанс из Донецка и с моей подписчицей Екатериной. Вы знаете, было намного лучше. Вот что означает «не кушайте в туристической зоне». То есть, в принципе, возле метро. Да, добро пожаловать на окраины. Но я вам скажу, что и цены довольно высокие, но для Москвы это достаточно уже привычно, то, что кофе невозможно вот попить дешевле, чем рублей, скажем, за 200, да, то есть стандартная цена на капучино в «Шоколаднице», она, вот я сейчас обратил внимание, 230 рублей, это практически 5 евро. Учитывая, мы сейчас вспоминаем «За слезами об Италии», где капучино особенно обычно стоит где-то в районе евро 20, евро 50. Ну, конечно, в Москве до этого далеко. Но тут еще видим кафе «Кофеин». Вот надо было, наверное, туда сходить. Я, правда, не знаю, там, насколько там лучше, не лучше. Но единственный плюс – это то, что сейчас во всех кафе не курят. Это большой плюс, конечно. Вот, ну вот просто вот попить, выпить в Москве чашечку кофе всегда не то чтобы совсем проблема, она вот сопряжена с очень большой зависимостью. Вот я вот пошел бы, допустим, и выпил бы кофе с большим удовольствием в каком-нибудь заведении типа Starbucks, где нет официантов, где не нужно ждать. Но вот какая была проблема, чтобы налить нам соленый капучино и дать, опять холодный мне вот принесли круассаны и сырники. Неужели это требовало получаса, учитывая то, что зал был заполнен, там сидело сколько? Ну, человек 15 максимум. И это вот на это действие потребовалось полчаса. И без улыбки, без до свидания. Ну, и в общем, спасибо за то, что вы посетили. Да, то есть если в Америке официанты получают хорошие чаевые, то там они их заслуживают. А здесь вот, вот эта вот надпись на чеке «Чаевые приветствуются» после того, как тебе кофе даже не пробили, а предложили положить денег сверху. И назвав какую-то сумму, да, вот, причем вот так. Он сказал 230 за одно кофе, 260 за другой. И будьте любезны, положите эти деньги в книжечку. Да, но больше мы туда не пойдем. Вот так вот. Ладно. Так.